Вот смотрите, сыр лежит. Вот основная головка. Дата производства 20.11. Вот типа отрезанная. Видите, написано 27.11. То есть это когда упаковали. Информации о том, когда сделан сыр, нету. То есть основная головка, например, она просрочилась, да, его порезали и взяли просто дату упаковки от просроченного сыра. То есть на этом сыре должна дублироваться аннотация от этого сыра. То есть вот здесь, помимо того, что упаковано, еще должно быть написано дата основной головки. Вот так вот в ленте продают. Никто же не знает, что за сыр, откуда сыр. Пришла девушка, указала на недостаток, сняли. Если бы не указал, так бы и продавали. Вот на Терешковой магазин лента. Я пойду приобрету его. Вот кусочек у меня остался. Посмотрим, что будет дальше. Что мы сейчас сделаем? Отрежем от основного и посмотрим, какая этикетка будет на отрезанном сыре. Вот видите, теперь ходят, снимают. Это вот сыр сняли. Вот сейчас отрезают нам кусочек сыра, взвесят, упакуют и посмотрим, что будет на этикетке у нас написано. Смотрите, любой сыр беру. Смотрите, дата упаковки есть. Когда произведен сыр, нету. Обращаюсь, вот девушка стоит, говорит, сейчас упакую. То есть продают некачественный товар, который должен быть утилизирован. Это считается некачественный товар, так как нету, не указано производство сыра. Теперь смотрим здесь, что написали нам. Упаковано, видите, 25-го. Так, ну и вот написали они. То есть хотя бы так, 20-е, 11-е, 21-е. Это указали, когда сыр был, основная головка произведена. Все, начали носить журналы, вписывать. А до этого не могли ничего сделать. То есть смысл такой должен быть. Вот она называется, аннотация. То есть вырезана от основной головки. И здесь написано дата производства сыра. Она должна дублироваться на основном кусочке, где отрезали. Сегодня 29 ноября. Время 11 часов 12 минут. Магазин «Лента» на Терешковой. То есть если здесь посмотреть, то косяков, наверное, смотрите, упаковано 25-го 11-го, когда произведен сыр, опять ничего нет. И посмотрите, он уже какой жесткий по краям. Так, вот подошел руководитель. Сейчас мы с ним пообщаемся. Добрый день. Добрый. Ренат, меня зовут. Здравствуйте, Ренат. Смотрите, какая проблема. Хотел купить сыр. Что здесь не так? То есть упаковано, написано 27 числа. Где у меня узнать срок, дата производства? Вот именно по этому сыру. Да. Нет, и не вот... по этому. Любой давайте возьмем. Смотрите. Ну давайте сначала по этому. Нет, вот, любой, давайте. Любой. Алло. Секундочку. Все. Весь сыр у нас некачественный. Все на этом. Все убирают. Круто. Просто круто. Здравствуйте. Добрый день. Александр, директор торгового комплекса. О, здрасте, очень приятно. Да, очень приятно. Смотрите. Ага. Хочу купить сыр. Угу.
упаковано, вижу, когда. Дублирующая этикетка должна быть маленькая. Давайте, покажите, где. Ее здесь нету, этот сыр мы сейчас снимем. Смотрите, любой сыр, давайте. Любой сыр. Любой сыр. Мы сейчас все снимем. Юля, все этикетки поставили, все снимаем. Все снимаешь и потом фиксируешь. Потому что работа у нас есть. У нас есть дублирующая информация, я понимаю. Предоставить. Я понимаю. Да. Это сейчас продукцию, мы все снимем. Ясно. И все? Спасибо, извините за предоставленную дубль. Хорошо, спасибо. Еще какие-то вопросы есть? Нет, все, спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Так, ну все, товар я приобрел. Оплачиваю. Сейчас, добрый день. Просроченный товар у вас купил. Хочу вернуть деньги за него. Или вызвать участкового для оформления административного протокола. Нам... Возврат могу сделать. Ну, делайте возврат. Как можно? Да, пожалуйста. То есть, как видите, возврат делают. В принципе, наверное, сотрудники все-таки знают свои косяки, но все равно продают просрочку. Независимо от того, люди знают, не знают. Еще такой нюанс есть. Смотрите, покажу. Есть вообще ГОСТ шрифта. Вот этот шрифт, хрен кто увидит. Вот. Есть ГОСТ. По-моему, 8 или 10 шрифт. Точно не могу говорить. Но знаете, что есть. И в судах люди выигрывают дела из-за вот буквально этого ГОСТовского шрифта. Вы не правы. На каждом проданном товаре должна быть информация. Я вам приглашу руководителя. Давайте приглашать. Не так все просто. Многие сотрудники вообще не знают о том, что как должно быть. Уважаемое руководство ленты. Обучите своих сотрудников работать, знать законы. Вы этим работаете. Должны знать полностью аннотацию. Сотрудники должны знать. Людям объясняю, но пока никак не доходят. Вызвали опять руководителя магазина. Ждем, ждем. Или участкового вызовем. Я просто прошу вернуть мне деньги за этот товар. Уворачивайте. Стоим, ждем уже минут 10 директора. По поводу сыра. Подошел, купил некачественный товар. Угу. Вот, прошу вернуть деньги уже минут 10. Никак, а возврат не, никак не могу вернуть. Вот, тот, не только сейчас вот начали нет, возвращать. Покупать, да, ну вот уже минут 10. Стоим, ждем. А в чем проблема? Ну давайте я подожду, наверное, чтобы процесс ускорился, чтобы быстрее сделать. Наверное. Ну, по сыру, да, вопрос? Да, я вообще хотел, конечно, довести информацию до ваших людей, потому что вот я им говорю, то, что сыр просроченный. Они мне говорят, что сыр не просроченный, что все нормально. Я им начинаю доказывать то, что есть производство сыра. Да, да, вот. И я хочу, да, чтобы вы до своих людей довели, да, что есть. Обязательно у нас вот будет по этому поводу собрание, однозначно, да. Люди понесут наказание, если они виноваты. Ну, дело не виноваты, наказание, просто, ну, на самом деле, не видно. Я во-первых, вижу, да, во-первых, не видно шрифт, согласитесь, что не прочитаешь. Вот, она обязательно должна, ну, быть. Да, это естественно, да. Вот. Поэтому просто я хотел, чтобы вы до людей довели, да, эту информацию. Вся информация будет сегодня же донесена. Да. Если вам нужно какой-то письменный ответ, мы его готовы. Да нет, готовы нет. Вам предоставить. Спасибо, спасибо. Возврат. Все, да, спасибо. Рубля 43 копейки, вернется.